во-первых, первым делом, знаете, хотел поздравить все-таки Оксану Владимировну с юбилеем. Я думаю, это серьезно. Она следующая 38 лет. 38 – это хороший возраст. Хотел пожелать, я считаю, очень грамотный руководитель, прекрасный человек, искренний. Делает много для развития бизнеса, для, я думаю, знаете, создать такую компанию в наше время, считаю, что это сложно. То есть я много где бываю, и могу сказать, если бы не было определенной компании, да, то ни в одном городе нет такой сильной компании, которая не из Москвы, если честно. Да? Вы знаете, хочу отдать, что это только сильный человек может сказать, Ильдар Борисович несколько лет назад сказал, говорит, Оксана, вот если бы ты так не стала развиваться, мы, может, так быстро с такой скоростью не стартанули. И еще Эльдар Борисович подарил мне свою книжку. И знаете, что он там написал? «Желаю быть номером 2». Мы с клиентами регулярно и вечером, и зимой, и в холод, знаете, служим для них, решаем их вопросы, сделали много дел. У нас, кстати, между прочим, совместно 1000 сделок прошло, 1000 сделок за последнее время. Давайте посмотрим. Мы всегда открыты, мы упрощаем все, мы вообще считаем, что где-то должен какой-то у нас как такой союз потихоньку стать. Да, он потихонечку как все же значит, объединяется, правильно? Вот, и где-то вот туда беда должна быть, что называется. Давайте похлопаем, да. И хочется пожелать, знаете, всем, Оксана Владимировна сказала, что рынок оживает, но куда он денется, если честно. Я считаю, все будет хорошо, потому что недвижимость – это базовая потребность. Мы все в очень хорошей сфере, я не сомневаюсь, мы все выбрали правильную профессию, отличную компанию, которая развивается, которая, на мой взгляд, очень многие инновации внедрила. Мы это видим. Там сказали, что нас, раздражитель, да, я скажу не раздражитель, а просто такой сильный партнер, который видишь, как работает, понимаешь, как можно работать, в том числе, в некоторых компонентах. И мы, конечно, тоже некоторые вещи копируем. Некоторые пивы у нас. Мне кажется, это есть конкуренция, это нормально. Даже вот сегодня, обратите внимание, самый первый красный, я сегодня на галстук одел. Коллеги, давайте, я считаю, что это ваш праздник, занимать время не буду. Мы вас любим, ценим, удачи вам, всего наилучшего. Мы супер! Извиняюсь, я забыл подарок подарить.